22 октября на береговой части Каспийска состоялась утренняя зарядка, приуроченная к 80-летию битвы за Кавказ. В комплекс зарядки вошли разминка, основная тренировка и заминка. Все эти упражнения способствуют заряду бодрости и работоспособности на день, ускорению кровообращения, профилактике заболеваний суставов и спины. Проводилась зарядка под руководством помощника главы Республики Дагестан Шамиля Алиева, который отметил, что подобные занятия проводятся еженедельно с привлечением именитых гостей. Отметим, что в мероприятии приняли участие все желающие, а также глава Каспийска Борис Гонцов. Завершилась утренняя зарядка раскрытием флагов и пробежкой.